зритель, продолжаем наши сплетни о Евровидении. А давайте сегодня без цифр и дат. Сегодня будем судить судей. Жюри, то есть. Ведь это те самые люди, которые в умах европейцев создают понятие о нашей стране. И о тебе в том числе, дорогой зритель. А если ты не знаешь, кто эти серые кардиналы, то готовь свою черепную коробку. Сейчас туда зальется поток ненужной информации. Виктория Мельник. Ректор Академии музыки, театра и арте пластич. Аура. Дины композитори Ливию Штирбу, Анатоль Кириак. Перестану прештиу. Джета Бурлаку, джену музикал. Нелі Чобану. А фос Нелі Чобану. Aura. Dar era ușa de mult, eu n-am observat, eu când cântam eram așa atât de emoționată că mă gândeam doar la stiluțele care erau plasate în studio. Покопаться в грязном белье, вскрыть подногодную. Хотелось бы, но не буду. Люди и в самом деле достойные. По părerea mea, a fost în jury destul de competent, întrucât mai ales și pe mine. Până ce, la momentul de față, până ce juriul este foarte, adică e obiectiv. Pentru că am trecut preselecția, sunt foarte competenți. Какой крест, какую ответственность взвалили они себе на плечи. Но главное, это не повторить самую большую ошибку шоу-бизнеса. Фильмы про зомби. Шучу. Я за то, чтобы выбрать наилучшего. А теперь, зритель, становись судьей и оцени талант каждого. Nopțile străin, mă gândesc la tine, știu că înapoi timpul nu mai vine. Cum să conving de cerea, nu pot. Aș vrea să-mi ving durerea, ce-o port. When we used to stay all night, don't you fall for him again and forget he's just your friend. It's the end.